вторая выставка недвижимости, которая проходит в Центральном доме художника. Мы занимаем почетное свое место. В этом году на весенней выставке мы представляем все наши новые проекты, в данном случае «Легенду 18». Мы представляем новую звезду и, конечно, представляем дальнейшее развитие наших проектов, таких как жилой комплекс «Арт», территорию 75-го, 82-го квартала, которые строятся в Москве. Что хочется отметить? В первую очередь хочется отметить, что рынок жив и что есть высокая активность и посетителей, и участников рынка. И есть высокая оценка правительства Москвы, потому что наш стенд посетил первый зам мэра города Москвы Марат Шахризянович Хуснуллин, отметил наши новые проекты, потому что мы совершенно недавно, несколько месяцев назад, получили решение ГЗК на право застраивать территорию дальше новой Москвы, в данном случае новой звезды. Конечно же, обратил внимание и задавал вопросы по поводу строительства «Легенды 18», потому что это экспериментальный проект, на который сейчас особенно смотрят Москва, мэр и лично Марат Шахризянович. Почему? Потому что это первый проект, где жилой дом строится на кровле паркинга. И я надеюсь, что и руководство посетит наш проект, и мы покажем, как действительно хорошо он строится и насколько он успешен. Я пожелаю всем нам удачи, нашей компании. Это всегда нужно, потому что мы надеемся, что после выставки у нас будут улучшены продажи. И работа всех продавцов и всего коллектива департамента недвижимости идет с высоким темпом. Так что добро пожаловать на выставку. Спасибо большое за подарки. Обязательно постараемся воспользоваться. В ближайшее время посетим ваш комплекс. И надеюсь, мы что-то выберем. Я стала счастливым обладателем сертификата на сумму 150 тысяч рублей на дизайн-проект квартиры. Безусловно, я очень рада. Возможно, это станет весомым аргументом в пользу того, чтобы выбрать данный жилой комплекс. Помимо всех преимуществ жилого комплекса Павшина, красивого места расположения, у меня теперь еще есть дизайн-проект.